Я романтик, художник, поэт. Будет все очень красиво. Он слушает, тебя слушает, этот голос, потому что это цикл. «Невольник». Вокальный цикл для меццо-сопрано и фортепиано на стихи из русской народной поэзии. Сочинение, общая редакция, обработка, дополнение Юрия Ириконы. Я хочу увидеть, как публика отреагирует, как она воспримет этот новый вид хорового концерта, какая будет реакция, чтобы я понял, нащупал я эту, как говорится, жилу или нет. Отличие Ириконы заключается в том, что он все-таки умеет приподнять эту бытовую интонацию и сделать ее, внести ее в язык высокой музыки. Самое сложное – находиться в том состоянии, в котором ты должен находиться, и удерживать себя от всего того, что тебя окружает, чтобы в это не окунуться и не начать жить так, как живет окружающий мир. Моя главная задача, чтобы русская интонация, она самая мощная, самая красивая в мире, самая, ну как вам сказать, гармоничная, самая драматическая, самая мелодичная, это русская интонация. И вот на новом витке ее развития, это как раз и есть мое поле деятельности. Ну и, конечно же, мне очень нравится, когда люди очень красиво говорят, когда есть рядом хорошие поэты, кто умеет очень хорошо по-русски разговаривать, русским, нормальным, богатым таким красивым языком. Это для меня всегда огромная радость. Поэтому на сцене русскую речь я тоже хочу как-то, чтобы она имела достаточно свое такое вот мощное влияние. Белый лебедь уплывает, чтобы уснуть в камыш прибрежный. Над тобою пусть витает ангел нежный. Счастье – это когда, очень банально сказать, когда тебя понимают, и когда ты нужен, и когда твоя деятельность приносит какие-то радость людям. Самое главное – любите близких. И когда вот это все находится в гармонии, то и жизнь как-то светлее. Достоин низкого поклона сегодня Юрий Ириконы, ведь нынче, не жалея сил, людям праздник.